Вот время. Второй час дня. Солнце в самом зените. Жезлец расставил Херову гору. Уже иду обратно с края озера. С края озера до края. 25 флажков за весь день. 3 сработки. Одна недощука. И две холостые. Ну как холостые. Только сдернула жильца и все. И безнаказанно ушла. Одну почувствовал по весу. Была приличная. Килограмма под 3 сошла под лункой. Ну и та была какая-то вялая. Она вымотала 10 метров и стояла тупо. Тупо стояла. В лунку завести не смог, она сошла. Вот и все. По окуню. Вообще полная фара. Окунь размером с мизинец. И тот клевал отвратительно. Приходилось вытряхивать мормышку. Вот. Короче, вот такие дела. Что сказать. Рыбалка сегодня не задалась. Но зато я для себя сделал вывод, что на данном озере рыбалка возможна только летом. Да и летом, в принципе, имея лодку, я думаю, здесь делать нечего. Летом будет рыбалка на реке. На водоемах покруче. Вот здесь была сработочка. Вот. Даже она до этого вымотала, ничего. Результата нет. Ладно. Собираемся. Мы сейчас разведаем одно мелкое озерцо, лужицу.